сотрудники силовых структур начали штурм дома в подмосковных Мытищах, откуда неизвестный мужчина открыл стрельбу. Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. В заложниках остается один мужчина. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным телеграм-канала Мэш, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше 4 часов.